Согласно полученной информации, в результате модернизации энергетического сектора Узбекистана до 2026 года на основе государственно-частного партнерства будет запущено 29 проектов на сумму 12 миллиардов долларов. Они будут вырабатывать дополнительно 71 миллиард киловатт-часов электроэнергии, экономя 12 миллиардов кубометров природного газа в год. Одна из таких мощностей будет введена в эксплуатацию в Хавадском районе Сырдаринской области до конца текущего года. Строительство нового, безусловно, значимого объекта как для сырдаринцев, так и для жителей других регионов началось еще в марте текущего года. Старт был дан в рамках визита президента Турции в нашу страну. Речь идет о современной парогазопоршневой тепловой электростанции. Работа строительной бригады 24 на 7, конкретно выработанный план и упорный труд позволил сегодня довести строительство объекта на 60%. Стоимость проекта 150 миллионов долларов США, мощность станции 220 мегаватт. Годовая же 1 миллиард 750 миллионов киловатт-часов электроэнергии. При работе на полной мощности данного ТЭС будет обеспечено электроснабжение 600 тысяч домохозяйств. Проект реализуется совместно с турецкими партнерами. Здесь также были привлечены инженеры-технологи из Узбекистана, специалисты с многолетним опытом работы в данной сфере. В декабре проект будет запущен и подключен к единым электрическим сетям Узбекистана. Это наш второй крупный по значимости проект. Первый находится в Кибрайском районе Ташкентской области. Недавно мы ввели в эксплуатацию электростанцию мощностью 240 мегаватт. В строительстве принимало участие 520 рабочих. После завершения проекта будет создано 80 постоянных рабочих мест. Строительство и монтаж ТЭС ведется на площади 70 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделяется сейсмоустойчивости и внедрению современных технологий. Ведь полное соблюдение правил строительства важно для долговременной службы электростанции. Условия для всех рабочих созданы на должном уровне. Соцпакет включает в себя горячую еду, проезд и предоставление необходимой экипировки. Каждое утро мы объясняем все правила техники безопасности на объекте. Это поможет предотвратить несчастные случаи. В результате установки энергосберегающих технологий по сравнению с обычными станциями будет сэкономлено 150 миллионов кубометров природного газа.